Владимир Федорович Збитнев. Родился 9 февраля 1927 года. Во время Великой Отечественной войны охранял складские помещения. Награжден юбилейными медалями. Проживает в селе Львовском в любви и заботе. Уважаемый Владимир Федорович, разрешите поздравить вас с Днем Победы. Мир и дружба всем нужны. Мир важнее всего на свете. На земле, где нет войны, ночью спят спокойно дети. Там, где пушки не гремят, в небе солнце ярко светит. Нужен мир для всех ребят, нужен мир на всей планете.